Глава ФБР Джеймс Коми даст показания в Конгрессе США. В Комитете по разведке в Палате представителей Коми расскажет о расследовании предполагаемых контактов сторонников президента Дональда Трампа с Москвой во время или после предвыборной кампании. Москва неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Доказательств сговора или взаимодействия между людьми из предвыборного штаба Трампа и представителями российских властей нет. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил председатель Специального комитета Палаты представителей Конгресса США по разведке республиканец Дэвин Нуньес. В ходе предвыборной кампании, считают американские спецслужбы, российские хакеры взламывали электронную почту избирательного штаба демократов с целью дискредитировать Хиллари Клинтон. Сам Трамп не раз называл обвинения в контактах с российской разведкой фейковыми новостями. Между тем, жертвой этих обвинений, в частности, стал бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн. Месяц спустя после назначения Флинн был вынужден подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.